шагом к совмещению научной деятельности, изобретательской деятельности, инновационной деятельности с реальным производством. Russian Startup позволяет талантливым ребятам, талантливым предпринимателям со всей России увидеть те возможности, которые существуют. У меня вообще очень хорошее впечатление от энтузиазма и драйва, который я вижу в Уфе. Здесь, очевидно, есть огромное количество молодых и талантливых ребят, которые пышут энергией, которые хотят что-то такое сделать. Случайно в интернете столкнулся с этим проектом, то, что он приезжает к нам в Уфу. Так как я здесь, я решил, что я не должен не участвовать. Я подал свою практически готовую презентацию одного из своих проектов. Мой проект будет полезен для всех нас, то есть я борюсь с спамом по СМС. Мой проект нацелен на то, чтобы это снизить, чтобы дать возможность владельцам сотовых телефонов настраивать, какие сообщения он может принимать, а какие нет. И надеюсь, что сегодня я получу дальнейшие рекомендации, как мне дальше этим заниматься. В прошлом году, когда мы только начинали этот проект, очень много людей отнеслось к ним скептически. Очень много людей в Москве также говорили, задавались вопросом, зачем выезжать в регионе, когда так много событий происходит в Санкт-Петербурге и в Москве. Каково же было их удивление, когда из 200 проектов, которые были выбраны в конце прошлого года, 100 проектов были региональными проектами. Я еще не видел проекты, которые сегодня будут принимать участие в стартап-туре, но я могу сказать, что очень много людей, и это хорошее начало. Главная цель всего проекта заключается в том, чтобы организовать и запустить стартап-комьюнити, чтобы организовать это комьюнити новых проектов, чтобы молодые люди, талантливые изобретатели знали, куда они могут обратиться. Здесь представлены самые крупные институты развития, которые есть в нашей стране. И для нашего города, для нашей республики, безусловно, это событие является самым главным событием года. То есть здесь собираются основные предпринимательские силы, все инноваторы, все люди, которые интересуются стартап-сообществом, они приходят на такое событие.